Я думаю, что вы идете Виктор, в правильном направлении. До Лондона не дойдет. Да зачем Алексей, Лондон? Здесь ну вот, вы же специалист по элитной недвижимости. Сколько может стоить такой домик на плаву? Боюсь, что эта недвижимость двигается. Да, движимость, да. Как ощущение у вас от этого интерьера? Знаете, я по роду своей деятельности занимаюсь как раз поиском и покупкой, продажей недвижимости для людей высшего социального круга. И могу сказать, много уже сегодня услышал за программу. Абсолютно точно уверен, что наличие или отсутствие денег никак не влияет на характеристики самого человека как личности. Поэтому огромное количество людей, которые действительно хорошие, которые зарабатывают много и добились своего своим трудом. Вот пример. Это очень правильно вы сказали. Я лично знаю Никаса. Очень достойный человек. Вот правильно человек скажет, что количество денег не определяет сознание человека, а определяет так отношение. Можно, так, маленький комментарий. Мы сейчас обсуждаем вот два дома, три квартиры. Я знаю на рынке элитной недвижимости, наверное, практически все предложения на сегодняшний день. Так. Огромное количество простых людей, которые с более изощренными интерьерами, с более красивыми интерьерами. Поэтому отчасти, если бы мне показали интерьер отдельно от фамилии той или иной звезды, я бы никогда не сказал, что это что-то особенное. Туалеты. Все квартиры одинаковые и все дома одинаковые с точки зрения общего обывателя. Мои клиенты мне по роскошнее заказывают интерьеры. Ну, может быть, там не везде антиквариат, но на самом деле... Ничего уникального в этом нет. Для простого обывателя, наверное, кажется, что это что-то нечто. Но когда мы говорим, что на загородном рынке сейчас продается порядка 2000 домов, в городе и то больше квартир, обычная квартира, обычный дом. Ну, вы просто искушенный человек. А что скажете о вот этой квартире певца и бизнесмена Андрея Ковалева? Уже все равно хай-класс. Достаточно быстро. Период экспозиции от полугода до года. А сколько стоит квартира Никаса Сафронова? Вы мне в рекламу сказали, что хотите уточнить все-таки цену за 1000 квадратных метров в двух шагах от Кремля. Ну, где-то около 2 миллиардов. Порядка 2 миллиардов рублей. Колоссальная цена, ну, 55 уровня квартира. Вот и еще один фрагмент нашей экскурсии с Никасом. По этой квартире с видом на Кремль. Это спальня, где...